Добрый день. Сегодня у нас в обзоре домофон, или, так скажем, интерком. Это такое устройство, которое подключается к контроллеру умного дома, устанавливается на входную стену дома либо квартиры и позволяет обеспечить звонок и видеоприем сигнала того, кто пришел. Точно так же можно обмениваться голосовыми сообщениями с гостем. Очень, скажем так, красивая панель, качественная камера, очень качественный динамик стоит, интегрированная таблетка, которую можно тоже также подключить к умному дому и, скажем, на открытие двери. Чипы и коды таблеток очень надежные, поэтому по серьезности защиты практически то же самое, даже надежнее, чем, скажем, какой-либо серьезный ключ. Система подключается к умному дому по Ethernet, по стандартному каналу Ethernet. Единственный нюанс, сама вот система вот эта очень дорогая, порядка тысячи, даже больше евро, за счет, ну, качественного материала и хорошего SIP передачи голоса. В принципе, такую систему наши инженеры могут собрать и за 100 евро, но из других компонентов, скажем, ставится определенная камера, ставится отдельный SIP-микрофон, и получается, в принципе, тот же самый интерком, только намного дешевле. Вот такое устройство у нас сегодня в обзоре. Спасибо.